Visit the island of Panao, a paradise of unparalleled beauty, where majestic mountains, idyllic deserts, white sand beaches, and lush jungles exist in harmony. Just Cause 2 – игра, которая берет картинку и извлекает надолго, а отходить не хочет до самого конца истории. Самое веселое, что можно делать в игре – это ломать статуи, прыгать с парашютом на невероятных высотах, нападать на военные базы, завоевывать территории и открывать новые для более детального изучения игрового мира. Игра хороша тем, то, что она не надоедает, хотя иногда бывают просто абсурдные миссии, похожие одна на другую. Что насчет способностей персонажа, он может цепляться за любую поверхность, типа стены дирижабля, вертолета, или даже может залезть в истребитель и после этого полететь с привязанным к крылу человека. Миссии разнообразны, но из-за длинности сюжета они слишком повторяют свой смысл и надоедают обычным игрокам. Но если отдалиться от сюжета, можно почувствовать всю атмосферу Just Cause 2. Ведь там находится очень много подмиссий и мест, которые можно посетить. А что насчет экшен-составляющей игры? Тут все просто волшебно. Все разлетается и взрывается. Есть пулеметы, гранатометы, пистолеты, гранаты СМГ и многое другое, что поможет вам поскорее пройти игру и сотворить хаос на острове. История полна неожиданностей и поворотов в сюжете, но главный герой, как ни странно в наше время, Сэмюэл Рико Родригес, хотя по игре его будут называть просто Скорпио. Главная ошибка разработчиков – это диалоги, из-за них нельзя понять ни персонажей, ни их характер, что играет существенную роль в играх, в которых есть хотя бы доля сюжета. Но это не мешает оставаться игре просто замечательной. А что насчет сюжета? Рико, наемный убийца, прилетает на остров, чтобы убить очень известного террориста по заказу правительства. И для этого он сближается с бандами и добывает у них информацию, а позже он узнает, что из-за него назначена награда и за ним начала охотиться полиция. И чтобы найти свою цель, Рико прибегает к крайним мерам и призывает спецагентов на помощь. Ну а дальше мы не будем вам рассказывать подробности сюжета, так как считаем, что вы должны сами как-нибудь сесть и пройти эту игру. А что насчет графики и геймплея? Мы считаем, что это две самых главных составляющие этой игры. И она просто замечательна. Джунгли, горы, водопады и многое другое просто берет и не хочет вас отпускать. Компания Square Enix удалось победить даже студию Crytek в том, как проработаны острова в игре. Наш итог таков, что вам надо просто купить игру и, несмотря на удлиненный сюжет, пройти и получать удовольствие от игры. Это была группа Cloud Team. Пока!